Маршрут объезда начался с улицы Чкалова. По программе софинансирования был проведен ремонт подъездов многоквартирных домов. Проверили исполнение работ. Здесь была заменена входная группа. Двери сделаны. Слушай, они ее... Доводчики все поставили. Значит, по домофону. Это какие домофоны, которые мы сейчас ставим? Они это, все, да, умные. Здесь провода были убраны в короба, закрыты щитки, поставлены пластиковые окошечки, да, чтобы все привести в соответствие. Также ГЖИ обратил внимание, что сапожки были не очень ровно выкрашены, было все переделано. То есть те замечания, которые были, они были сделаны. С началом зимнего сезона значительно увеличилось число обращений граждан по вопросу уборки улиц. Сергей Дорофеев проверил организацию работы по очистке снега, дворов, входных групп. В приоритете по вывозу снега – магистральные улицы, зоны остановок, перекрестков, пешеходных переходов. На некоторых объектах даны соответствующие указания по более тщательной уборке. У нас сейчас зима, люди выходят, идут на электричке уже в 5 утра, начиная. Дети идут в школу уже там 7 родителей. 8. Вот это надо все обрабатывать до того момента, как люди выйдут из дома. Я вот о чем говорю. Ну, пересмотрите, значит, график работы. Есть замечания по содержанию детских игровых площадок. Неудовлетворительное состояние информационных щитов, снег и наледь. Кто за площадкой смотрит? Наша. Ваша? Да. Ну, а что, снег нечищенный. Че, спите? Работа контролируется и службой технического надзора. Детские площадки должны быть расчищены до твердого покрытия. Тротуары должны быть обработаны песко-соляной смесью в течение 4 часов с начала снегопада, 12 часов по окончании снегопада расчищены до твердого покрытия на всю ширину. Вот, все остальное приниматься не будет. Поэтому организовывайте работу, перестраивайте. Проехали по основным дорогам, частному сектору, местам массового пребывания людей, городскому бульвару, объектам торговли. В ходе объезда глава обратил внимание, что уборка большинства проверенных территорий выполнялась с незначительными нарушениями. Тут вообще техника не проходила. Доедет слева. Ну, доедет, но время уже 12 час. Ну вот детей в сад ведут здесь утром. Проверили спортивные площадки, где будут заливаться катки. Это улица Некрасова, городской парк и ФОК-лидер. Провели объезд по городу. Очень много нареканий и МБУ дорожного хозяйства, и управляющей компании «Ленком», и ЖК «Юг и Север» по обработке противогололедной смеси дорог и тротуаров. Поставлены задачи и выданы сроки на их устранение. Обратил внимание на недопустимость неочистки детских игровых площадок на улице Крыжиновской. Это был случай такой, прям, ну, действительно, снег уже, наверное, лежит 2 дня, и служба, к сожалению, коммунальная, не соизволит ее очистить. Поэтому в остальном все хорошо, только единственное, да, еще раз обращаю внимание, что дороги, тротуары не в надлежащем виде у нас сейчас. Поэтому будем убираться.